Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики Ресли канала, с вами Мегакол. Мы продолжаем проходить The Witcher 3 Wild Hunt. В предыдущей серии мы с вами, играли в учителя фехтования, не очень получилось. Встретились с Игеровином, Дикстрой, нашли, наконец-то, Присциллу. Вот, ну и, короче, узнали очень много важной информации. Теперь у меня огромное количество заданий по всему. Банда Новиграда, мне надо поговорить с Тесаком. Гвинт, у меня много заданий. Тут у меня что-то еще есть, заказ какие-то. Тут у меня три аж задания. Два. То есть это сокровище графа Ровина. Это надо будет поговорить с Ровином об исчезновении Лютика. Пока я не хочу это делать, потому что я боюсь его реакции. Вот, и стрёмно мне пока. Вообще надо искать Лютика вообще, где он? Потому что Лютик там какой-то рейд устроил на банк Дикстри. Я не знаю, о чем он вообще думал. Это нормально? Не, вроде нормально. Игра немного что-то подергивается, мне немного это... Ну, она сейчас разгонится. Так, это что такое? А, на меня наезды, да? Что происходит? Так, стоп. Алло. Нормально все? Да. Вы видели огонь? Странно было, ладно. Ой-ой-ой, до свидания, дядя. Рука тебе не нужна больше. Да ты бесишь, реально. Да. Собственно... Как-то так это происходит. Окей, хорошо. Не того, ребята, вы вырули все-таки, чтобы нападать. Ну ладно. Значит, сейчас я пойду закончу задание Гвинт игр в Новиграде, потому что меня очень сильно доконал Гвинт, во-первых. Во-вторых, я хочу закончить уже просто с Новиградом и Гвинтом. Вы что, издеваетесь, что ли? Я так понимаю, все теперь будут они на меня нападать, потому что я... кое-что нехорошее сделал... с людьми, которые пришли к Дикстре. Просто люди пришли к Дикстре, начали там убивать всех подряд. Вот, ну естественно, поскольку я там тоже был, мне пришлось тоже отбиваться. И если сейчас каждый на меня будет нападать, будет не очень-то и на самом деле комфортно. Короче, идем выигрывать уникальную карту у Скайтейля. Теперь у меня есть карта еще на 10, помимо Раше, которую мне дал, значит, Дикстре. Поэтому можно будет один раз не экономить. И тоже ближний бой. То есть это фактически халявная 20, которая никак не контрится вообще. Да, это халявная 20. Чё с текстурами? Что это такое? Почему не прогружается? Очень странно. Я не знаю, что это такое. Но я не знаю. Надеюсь, игра сейчас раскочегарится как-то. Скайтель, чё это такое? У меня такая же хрень была в Скайриме, по-моему. Похоже, у меня тоже там дома офигевали. Я так понимаю, что я сейчас иду к Скайтейлям с условием, что все-таки он будет играть за Скайтейли. И это будет очень просто, потому что мгла. Да, и все. И игра выигрывается. Ой, да ладно. А где он живет-то вообще? Тварги какие-то. Твою мать! Ля-ля-ля-ля-ля-ля, да пошли вы нахер все. Что у вас там происходит? Я иду просто в Гвинт поиграть, чё вы? Скайтейли тут, да? Скрываются у нас. Меня интересуешь ты, наверное, купец. О, это ты. Никогда о твоей помощи не забуду. А почему я тебя не помню? Ты меня помнишь? Откуда ты меня знаешь? Мы виделись давным-давно в Бракелоне. Боюсь, я не помню. Ничего удивительного, ты был ранен. И если бы не забота Дриад, вряд ли бы мы с тобой сейчас разговаривали. Это было так давно, что мне кажется, будто все случилось в другой жизни. А может, так оно и есть. Ты играешь в Гвинт? А тебе что, не с кем играть? Всегда приятно сразиться с кем-то новым. Ладно. На безрыбье рак, рыба. Я даже поставлю уникальную карту. Опять-таки удивляюсь, то что они совершенно... Доставай колоду. Кстати говоря, очень сейчас непрофессионально может быть, поэтому лучше сразу все-таки выйти из тима.
самое интересное то, что я никакие карты вообще не отдаю. Они отдают. Ну да, собственно. А у него способность только, чтобы... Так, могла не нужна. Отлично. Ой, неплохо. Ой, неплохо. Ну, я не знаю. Мороз очень клевый, да? У меня не нужен мороз. Мне нужны осадные. Хотя, блин, я не знаю, они разные вообще у него. Они у него реально разные. Скайтейли, они... Они могут быть всякие. Ага, казнь. Твою мать, за это... За это вот так вот просто получи. Да, я подарил ему просто карту, ну ладно. В смысле? Какой-то подвох? Он понимает то, что я могу... Ой-ой-ой, у меня такой план созрел. Сейчас думаю, я могу выиграть у него... Ну типа да, я потрачу две карты. Да, в любом случае потрачу две карты. Просто смысл в том, что смотрите, раз, два. Но у меня на одну карту больше все равно сейчас будет. То есть мне-то в конце моей победы дают карту, у меня все равно больше. На случай шпиона у меня есть чучело. Ой-ой-ой-ой-ой. Роше, Роше. Че ж творишь-то, Роше? Чувачка восстановим. Я думаю, у него второй казни нету. Так. Мороз, мороз. Ну, 5-5, а у меня сейчас будет 8-8. Ну, этого не ожидает. Или ожидает, не знаю. Ничего не ожидал, а, мразь. Сколь? Цири? 15? Ха! А, да, офис, да, я по-любому. Что? Так, нужно... Роше Цири не победит, но это Цири. Слушайте, я хочу ее. Я хочу эту карту. Если он эту карту поставил, дайте мне ее сюда. Просто дайте. Нихера, неважно. Дайте мне сюда эту карту просто. Просто дайте мне ее. Похер вообще. Хотя нет, не похер. У меня основная, наверное, масса сейчас там будет. Дайте мне эту карту! Я сейчас попробую заставить его... И чё? Если он думает, что от этого что-то поменяется... Давай. Правда, у него больше, потому что Цири. А, нет, кстати говоря, смотрите. Зачем? Подожди, если у него нет карты, я выиграл. У меня она сейчас просто на одну больше будет, и все. Ясное небо? Блин. Ну ладно, ладно, победил. Только у него ноль карт. А, знаете что, я выиграл. Потому что, смотрите, сейчас будет... Сейчас он вы... Подождите, так сейчас ничья. До свидания. А я так надеялся. Но ничего не поделаешь. Ты честно выиграл эту карту. Цири дай. Это Цири? Цири дали! И Франциску Финдебаир. Я... Ой-ой-ой. Ой, Цири на 15. Ой-ой. А мне еще дали Франциску Финдебаир какую-то. Я так и не понял, что это такое. А, это вот в лидера дали. Ой, удваивает всех. Сейчас надо носиком подышать, надо что-то убрать. Надо от чего-то избавляться. От кого? От чего-то ближнего. У меня вообще что получается? Можно как-нибудь, блин, поудобнее это сделать? Так, Цири на 15. Йеннифер, Весемир. Я не хочу ни Весемира, ни Золтана менять на самом деле. Но мне надо кого-то одного убрать. Бьянку, что ли? Да, Бьянку поменяю. Ох, твою мать! Вот это вот это... Я чё-то... У меня такое ощущение, что сейчас у меня нихера никто не выиграет вообще. А почему у меня арбалет постоянно убирается? Ой, на одной ском подышать. Вот, видите? А, Франциско Финдебаир, это да, это классовая, но у меня она, по-моему, уже была. Мне ее дали.
Господи, как это охерительно-то было сейчас. Так, ладно. Короче, что у меня есть? У меня по дополнительным вот есть здесь... Блин, как это неудобно-то, а? Столько всего у меня. Блин, вот игры с крышмарями бы еще закончить. В принципе, я сейчас легко это сделал, учитывая, какая у меня колода новая. Я предлагаю зайти к тесаку, потому что это дополнительное задание, не основное. То есть мы сейчас будем заниматься чем-то, понятное дело, скорее всего, нелегальным, но... Мне просто нужна любая помощь. Мне, в принципе, похер. Я не на чьей стороне. И мне надо просто найти лютика. А тесак это тоже как бы... В принципе, его можно немного затормозить, потому что, я так понимаю, если он найдет ублюдка младшего, то он его убьет сразу же. Поэтому сейчас я пойду к нему, поговорю, что там да как. Может быть, я ему как-нибудь помогу, и тогда он не будет его сразу убивать. Может быть, он мне поможет сначала, я с ним поговорю. Неважно. А потом уже пойду по именно сюжетному заданию. То есть из дополнительного задания нельзя выйти на сюжетное. Это закон, поэтому... Поэтому можно идти и спокойно просто играть. Играть в Гвинт. Я не знаю... Я просто увидел эту карту, я думаю, а чё он так спокойно проиграл первый раунд? Думаю, чё-то тут не то. И тут просто херак, твою мать, у него Цири на 15. Я такой, в смысле? Я хочу себе эту карту просто, и все. Это было охерительно. Просто охерительно. Так, ну, в любом случае, тесак, короче. Тесак где-то... Ох, ёлки-палки, как тут все некрасиво. Давай поговорим. Пообщаемся. Погоди минутку, ведьмак. Мне вот интересно, как это ты взял выходной ровно в ту ночь, когда ублюдок пытался меня убить? Это совпадение. Я был в борделе, есть свидетели. Что свидетелей ты себе нашел, верю. А вот что совпадение, нет. Знаешь что? Херовый какой-то разговор, только время тратим. Возьмите его, ребята, и поговорите с ним сами. Я хочу знать, где ублюдок. Я тоже хотел бы. Я тебя не предавал! Нет! Нет! Я ничего не знаю! Ты поможешь мне найти ублюдка младшего? Я собираюсь разослать ребят по его нычкам. Но ведьмачьим клинком тоже не побрезгую. Веди моих людей, устрой ублюдку настоящую войну и вытащи его из норы. Мы оба от этого только выиграем. Ублюдок не должен умереть, пока я с ним не поговорю. Мои ребята немного вспыльчивые, так что за этим ты уж сам присмотри. Идет. Я подозреваю, что ублюдок скрывается в казино в Золотом квартале. Ну или где-нибудь у арены под обрезками. Там его будут ждать мои люди. Найдите его. Ну, вряд ли мы его найдем, конечно. Но, все-таки тоже интересно. Так, что поближе будет, получается, казино, да? Да, так что идем в казино. Вообще, у него есть еще дом. Можно дом тоже проверить будет. Но это, по-моему, по сюжету. Это вроде по сюжету. Что с картой? Видите, да, что с картой происходит? Она почему-то не прогружается. Знаете, тут черные квадраты вот эти непонятные. Я не знаю, что это значит. От чего это? Ну, как есть, так и есть. Так, ой, здравствуйте, товарищи. А как поживаете? Норм вам, да? С ними можно, по-моему, даже без этого, без Квена. Просто сжигать их. Просто до конца сжигать их и все. А здесь что такое? Что случилось? Они... Отлично. Куда? Эй, подожди! Вон, седой!
Ой, серьезно? Я как бы не предупреждал, да, ни о чем, но... Это надо самим понимать, ребята, то, что не надо так делать, просто не надо. А детишек таких надо сжигать. Ну ладно. Почти получилось, короче. Так. Вот здесь, да, казино? Вы готовы, да? Сюда вот это. Или куда это? А, вот сюда. Я тебе уже где-то слышал. Так куда идти-то? А, поговорить надо. Известно. Входим по твоему знаку. Ну, идем. Тебе тут будет с работой, ведьмак. Да кого ты блокируешь, что удары, я не понимаю. Ну, сначала мы зарешаем некоторых товарищей здесь. Ой-ой-ой, какую-то всем услугу оказал. Разнесся Квен просто по всему окружению. А, это сверху, да? Ты кого козлом назвал, козел? А-а-а, умни... Блин, ударил, я думал, идеально пройду. Да блин, еще ударили, да ладно. А вот это... Да ладно, блин! Геральт, как ты не попал-то? Ты мне надоел. Так, сначала надо собирать говно с них. Чтобы потом его продать и получить денег. Деньги в Фиштех, твою мать. Я думал, Фиштех уже давно закрыли. Я думал, что уже как-то зарешали эту проблему. Видимо, нет. Так, здесь нету ничего. Здесь есть ребятки. Блин, да ладно. Младшего давайте. Ой, да капец, надоели вы мне. Надоели. Список должников. Так, ну тут-то мы разобрались, а вот я... Полусмерти. Эй, ты слышишь меня? Рико. Глиф Игни, прикольно. Так, секундочку, надо все осмотреть. Тут могут быть интересные вещи. О, химическая паста, отлично. Алькагестат, спасибо. Укрепленная кожа, отлично. Че еще? Различная пыль. Так, Рико. Че за Рико? Живой? Не добивай. И в мыслях не было. Ты кто? Я слышал крики внизу. Уже все в порядке. Ты мне поможешь? Вижу, не так уж сильно тебя поколотили. Давай-ка поговорим. Что ты здесь делаешь? А ты как думаешь? Сижу вот. Ну ладно, не буду умничать. Они решили, что я шпион Бедлама. Вот и схватили. А ты шпион? Ну, вроде как. И чего ж ты вроде как вызнал? Ублюдок снюхался с реданцами. Не знаю точно, в чем там дело, но дружится он с ними. Больше я ничего не знаю. Береги себя. Спасибо. Я затаюсь, пока все не кончится.
Скажу Бедламу, что ты мне помог. Загляни к нему, он наверняка тебя отблагодарит. Интересно, а Дикстра знает, что младший сговорился с реданцами? Узнает. Воровская честь — получить у крольничка награду за освобождение Рика. Отлично. Так, ну, господи, сколько у меня всего? Вы себе... это пипец. Так, теперь у нас осталась арена, да? Остается арена. Ладно. Да, арен тут недалеко. Все очень близко. Человек-ублюдка младшего. Они меня что-то не трогают. Ладно. Не трогают, ну и ладно. Пусть не трогают. Открывается? Открывается. Так. Сейчас. Вы от тесака? А как же? Тебя ждем. Говори, что делать. Идем, больше ждать нечего. Слыхали? Понеслась! Собака есть. Значит, есть ради кого жить. Вот в чем приму. Чувство. Ладно. Допустим. Голова нормально, все нормально. Ему хорошо, ему удобно. Ой-ой-ой, что-то Геральт упанул немного. Господи, как я обожаю быстрые удары. Они не успевают их блокировать просто. У меня меч сломался. Отлично. У меня то... У меня нету починить. У меня нету починить. Ой, твою мать, это будет проблематично сейчас. Стальной меч сломался. Короче, после этого здания купцу. Ибо тут серьезно. У него критический урон сейчас проходит, как обычный урон, по-моему. Так, с тобой все ясно, как бы, да. Да это Квен. Ой, что-то вас тут многовато вообще. Ой-ой-ой. Чё, все краснолюды умерли, что ли? Да вы гоните. Игорь. Что за Игорь? Да ладно. Сюда идите. Так, с тобой тоже все понятно мне, в принципе. Ты куда собрался, я не знаю. Ай, они еще стреляют. Так, я хочу больше урона себе. Ну, не по мне, а... Так, ну-ка иди сюда со щитом, дядя. Капец, я, по-моему, урон вообще не наношу. Ребята, вы кто такие? Давай, заспамим. Собака какая-то еще, ты пошла нахер отсюда. Понравилась, твою мать? Отдача от Квена. О, а че у вас так много-то здесь? Капец просто, сколько их тут было? Ремонтный набор, твою мать. Это для... Да ладно, для брони? Вы что, издеваетесь? Так же хорошо, блин, общались. Чё это? Нужен ключ. Давайте у этого Игоря будет ключ. Вот этот ключ, да? Это ключ? Да, это ключ Игоря. Я же говорил. Не просто так его звали Игорь. Так. Сообщение «Золотое кольцо». Что за сообщение?
Так, значит, тут были терки насчет депозита. Положили кучу хороших ребят, так что спешу вас успокоить. Все бабло в тайнике в коридоре на арену с верхнего уровня. Как встанешь спиной к решетке, посмотри на стену напротив, тайник перед тобой. И вот еще что, деньги ублюдку Маршева никто не трогал, все на месте до последнего медика. Клянусь головой, все в целости и сохранности. Ждет хозяина. Так, в коридоре на арену с верхнего уровня. Хорошо. А, окей. Тут есть прям... прям все, что надо тут есть, поэтому я хилиться буду пока. Опа, что здесь? Не знаю, я все пока собираю, потом продавать буду. Мне кажется, миллион на этом заработаю. Ага. То есть, фактически, я только вот туда, да, пришел? Вот просто ради тайника. Ну, наверное, не просто ради тайника, но... Так, ну, в принципе, можно сюда пройти. Я думаю, да, здесь есть спуск. Не просто так, мне все-таки сюда показывают. И где-то здесь... Типа, там надо встать спиной к решетке. Какой из решеток? Такой вопрос. Вот, смотри. Будто открывали дверь. Любопытно. За этой стеной должно что-то быть. Да-да-да-да-да. Какой тупой тайник, я вам хочу сказать. Фиал. Бутылка воды. Шкура. Я потом все продавать это буду. Я вот прямо сейчас пойду просто все продавать. Перчатки топорника. Они не лучше моих, я в этом уверен. Я на один хуже, ну я говорил. Я не знаю, я найду что-нибудь лучше этой конченной нильфгардской брони. Она мне вообще не нравится. Таинственное письмо. 32 кроны, серьезно? Так. Ублюдку младшему. Король Родовит недоволен твоими успехами. Тебе было велено избавиться от остальных членов так называемой большой четверки. Но все-таки они живы и знают, что в покушении замешан ты. Не о том мы договаривались. Укройся на время там, где скажет человек, доставший это письмо, и не вылезай. Король надеется, что взаимная вражда между оставшимися членами Большой Четверки закончит столь неумело начатое тобой дело. М. Ну, короче, все равно, то есть он работает с Родовидом. Так, и? А, и поговорить с Соком, окей. Мне в любом случае в ту сторону, там все кузнецы, купцы и так далее. Можно, в принципе, купцам, потому что они берут за ту же цену, что и кузнецы, только они еще покупают все. Я правильно иду, надеюсь? Потому что если идти только к кузнецу, то он, короче, купит у меня мечи, броню и так далее, но он не купит у меня там воду, мясо и так далее. Там какая-то война, и я не хочу, на самом деле, встревать, потому что, ну, зачем? Ну, там война какая-то, ну и война, ну и все. Туда пришел. Ну, хватает денег, понимаете? Хватает. Заработок-то имеется. Главное, что он есть. Я иду... Блин, здесь, по-моему, обычно спаунится эти. Нет, нету. Так, сначала тогда я все-таки зайду купцу какому-нибудь на центральной площади. Потому что тесак находится прямо вот около центральной площади. Вот она. И вот там просто дальше пройти надо. И какой-нибудь... Ну, вон, я не знаю, у кого я еще не покупал. Вот у тебя вот я еще, по-моему, ничего не покупал. Купец, спонсор. Прошу! Прошу! Что у тебя там? А, и он не купит, да? А, ну он какую-то херь, короче, продает. Я понял. Так, ну ты купишь у меня еды там, я не знаю. Че, нет? А че ты купишь? О, вот это купишь, да? Ну, ты это заберешь сейчас у меня. Так, золотое кольцо себе. Это забирай. Это забирай. Это забирай. Вот это забирай. Это забирай. Это забирай. Это забирай. Это не отдам. Это забирай. Это забирай. Дальше буду разбирать. Вот это еще забирай. Ой, что-то я лишнее отдал. Это можно прочитать? Это, продать? За один... До свидания. Мне они просто не нужны уже, потому что в любом случае у меня есть детальное описание задания в этом. В заданиях. Мечи. Это у меня только место занимает. Ой. Покажи мне свои товары. Нихера у него тут.
Ну, ему понравилось. Вот это еще забирай. Хорошо, еду ты вряд ли купишь у меня, естественно. Ну, отсюда я тебе ничего и не отдам. Так, и мне бы на самом деле... что сделать? Что-то я хотел сделать, по-моему. Починить я вещи хотел сначала. А, я хотел эти разобрать мусор. У меня мусора просто много. Ксеновокс тоже можно, да, разобрать, но он... Вот это можно разобрать. Господи, я буду... Ой, я буду очень долго, короче, искать, что там надо... Буду просто очень долго искать. Будь здоров. Просто смотрите, у меня была занятость инвентаря на 60. Сейчас на 33. Ни на что уже сил. Это круто. Ну, это очень его. Круто. Тайник у ублюдка младшего очень тупой. Вот что я могу сказать. За донос наказываю. Так, ну я это закончил. Чего ты хочешь? Что ты можешь рассказать про ублюдка-младшего? Собираешься писать биографию? Напиши тогда и о его отце. Ублюдок, сын, ублюдка. Хорошее название. Интересно. Старый ублюдок был одним из самых беспринципных людей, которых я когда-либо встречал. Он шантажировал, убивал, прокладывал себе дорогу локтями. Говорили, что у него счеты даже с иерархом. Младший получил от него в наследство все свойства, кроме любви к поэзии. Кстати, говорят, он укокошил батюшку по дороге на поэтический вечер. А потом принял все его дела и связи. Я был в доме младшего. Слышал, слышал. Ребята наперебой рассказывали один другого, перекрикивал. Ты произвел на них бешеное впечатление. Я знаю, ублюдка, и знаю, что сейчас он здорово обозлился. А скоро он не выдержит и вылезет из своей дыры. Я не могу ждать. Терпение, ведьмак. Выше голову. Тесак всегда платит за хорошую работу. Так что вот тебе обещанная награда. Сколько? Опыта мало. Сколько денег? 45. Так, еще можно зайти прямо даже сейчас это сделать. Воровская честь, королю нищих сбегаем, это тоже недалеко. 300 крон, неплохо. Заберем награду за то, что я спас его шпиона. Тоже мне баблинского отсыпят. Ну, учитывая то, что это недалеко, как бы, почему бы и нет. Надо еще уровень прокачать, я не знаю, я, наверное, третий еще себе апну, и тогда уже прокачаю. А может быть и сейчас. Просто сейчас как-то не знаю, сейчас как-то не хочу. Ой, серьезно. Господи, ну как вы не поймете, я ведьмак, на меня нападать бессмысленно. Ну вот и что ты пробил мне, КВН? Ты думаешь, ты дальше меня сможешь пробить? Я еще сделаю. Ой, они даже урона мне толком-то не наносят уже. Идиоты, даже брать их ничего не буду, у них ничего нет. А я вообще зря сюда пришел. Там же где-то ворота эти должны быть. А вот только где они, если бы я помнил. Просто если бы у меня была память, я бы помнил, где находятся эти ворота. Во, вот сюда. Открывай. Кто открыл, так и не понял. Никто не подошел, дверь сама просто распахнулась. Технологии. Это все технологии. Так, ты. Бабла, дай мне. Я тут помогаю тебе еще. Ты должен лучше подбирать себе людей. Рика попался как ребенок. Да, он рассказал. Я велел ему уехать из города. И он, вероятно, сказал, что я тебя награжу. В смысле, вероятно? Да. Возьми. Спасибо. Ну, опыта я и не ждал много. А вот денег сколько? Эрлихрат. Кираса воина Фреи. Фрея? Я знаю одну Фрею, но это не та Фрея, по-моему. То есть ты решил бабла мне не отсыпать, да? Так, ну и чё? Вот если это сейчас не будет стоить своего, то я обижусь. Эрлихрат лучше, хорошо. Ну, блин, нет, там одна эта.
Одна руна. Тут. Понятно. Что-то король нищий. Нищих реально нищий какой-то. Так. Сначала... Блин, я даже не знаю. Наверное, все-таки я закончу с этим. С товарищем ублюдком младшим. Найти, просто найти. Ну, наверное, сначала поговорю о связи с реданцами. Вот, но это все уже будет происходить, скорее всего, в следующей серии. Давай сначала прокачаемся, потом попрощаемся. Можно один скилл вкачать, даже не знаю какой. Но мне просто еще ни хера не открыли, поэтому я предлагаю пока что замаксить то, что уже есть. Например, я вот это могу до конца, да? А, ну, не до конца могу. Можно знаки. Можно какой-нибудь... Не хочу огненный поток. Просто огненный поток это в одного человека, это не круто. Так, урон нанесен Эгни также ослабляет вражескую броню, действие эффекта определяется мощью знака. Квен. И наносит им урон. Отбрасывает другого, наносит им урон с шансом отправить их в нокаут. Я предлагаю тогда закончить взрывной щит мой. Потому что это очень клевая способность. И расплавленный доспех просто прокачать. Пока что буду на вот этих способностях сидеть. Они мне очень нравятся, они очень хорошо работают. Ну а пока что мы с вами на этом закончим. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, прокомментируйте, подпишитесь. И увидимся с вами в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.